Сударь, что вы будете пить? Это Алекс Кай. Сегодня вторая серия моего влога. Сударь, что вы будете пить? Ничего не буду. Ничего не будете вообще. Тогда вам рекомендуют сырки творожные, сыр белорусский, всю молочку, сметаночку, брест-литовскую. Просто берете ложечками. Это чисто витебская тема, предвинья. Покажем всем бальзам «Черный рыцарь». Легендарный витебский бальзам. Витебский ликероводочный завод «Предвинья». Предлагаю вам взять, попробовать. Очень хорошая белорусская самбука. Два разных человека, друг с другом не связанных, сказали мне, что эта самбука по составу ничем не отличается от самбуки за 100 баксов бутылка. Я на полном ЗОЖе. Я не пью, не курю, не нюхаю, и все мне это давно уже не интересно. Пожалуйста, можем немного взять периодики какой-нибудь, чего-нибудь по порошка. Я слышал, Коля хотел порошка в Минске, вот, можно взять любых сортов. Хотел вынести ваше сердце? Я на полном ЗОЖе. Олег Скай не употребляет и не выпивает. На 10 долларов мы купили целый пакет бухла. На субботе, да, на выходном? Где хочешь. Как тебя зовут? Никита. Бля. Семерка, что так плохо учишься, Никита? Да. Матеш, последний. Пиздатель, Никита. Исключатель. Исправо. Да, Никита, вот. Топовый альбом новый вообще. Спасибо, бро, очень рады, что ты понял. В Беларуси 10-бальная система оценок. Вот это, конечно, удивление. Мы на хате у Олега, у Романа, группы Piggy Bank, которая очень скоро подтянется сюда. Это вписка. Все по-настоящему. Микрофон, который записывался на этот раз уже Tragic City. Такой же микрофон записывался Майкл Джексон в свое время. Это АКГ-C12. Вот, пожалуйста, последние поисковики. 24/7 ЖАК, Моб Стрим, Черниховская хата, Мирный, Мальбэк, ЛСПМ. В этом городе жить так нетрудно. В этом тоже. Потому что и делать здесь нечего. В этом тем здесь более. Здесь гуляют по улицам трупы. Это Ромка. Ты хочешь продать душу, продай ее мне. И вот с тобой мы близко танцуем в огне. Отлично, я и говорю, что это мясо. Олег Скай говорит официально, это клип полное мясо. Детка Бигфордов шнур, взрыв в темноте. Мой город Пенза, мой город признак. 2012, не 17. Егор Крид дальше играет, разбавляет плейлист. Малышки любят Егора Крида в Беларуси. Олег Скай хочет фит с Егором Крид. Нужно налить в стопочку белорусской и американской. И завязать тебе глаза. И да, чтобы и была слепая дегустация. Поехали, челлендж, да, правильно. Итак, челлендж. Мы завязываем Василию глаза, и он должен на вкус понять, какая кола у него в стакане. Так, чем завязать глаза? Могу принести какой-нибудь шарфик. О, это лучше этим не завязывай глаза, может проказа на них перетечь. Сейчас придумаем шапку, сейчас принесу шапку. Смотри, бро, это почти чистая шапка, можешь одеть ее себе на глаза, как будто ты из Челябинска. Белокола челлендж, сингл кап. Родная белорусская или... Я должен сравнить. Это слишком легко, но пусть он сравнит. Держи. Ну что, где какая? Первая белорусская, вторая колка. Нет, братан, ты ошибся, блядь, к сожалению. Посмотри на эту пену. Это белорусская химическую реакцию такую формирует. Приколи.